Так, всем персоналу на базу мы приносим извинения за перепад напряжения, который так. Перепад напряжения. Это я уже читал. Короче, физика одежды, физика частиц, да, здесь старая или хер знает. Короче, мне чуть весь комп нахер не сломал. Спокойно. Потому я разберусь. Заткнись нахуй. Потому что, блядь, при включении физики у меня комп зависал до такого момента, что аж нам, блин, один жесткий диск не мог потом загрузиться. То есть вообще тупость какая-то происходила, поэтому я все это подключал. Я видала похуже. Вылечим, не боись. Ладно, держись-ка. Где у него ожог? А что ты ему делаешь? Стоишь с одним, и ему от этого больно? Конечно, без различия. Это врачебные отношения, дерьмо. Весь медицинский персонал. А мы провели пересчет наших запасов медицинских средств. Они позволят обеспечить пациентам должный уход. Тем не менее, с учетом числа поступающих с передовой раненых, средства необходимо расходовать разумно, поскольку их запасы не бесконечны. А снабжение, мягко говоря, затруднено. Пожалуйста, расходуйте все медицинские средства бережно. Эта война продлится долго. Доктор Саймон Тимонс. Кстати, вот ему рюкзак здесь дал. Типа он с ним будет ходить такой. Но он ничего не дает, просто рюкзак. Почему там вот на стенах какая? Как акулий. И помещение новое. Я один. Как это круто. Нахуй там кому-то бежать, надо тут проверить что-то как. Кровь в этот раз на полу, кровь. Что уже ранее? Боже, Нильс! Он пал в бою. Зачем? Зачем вообще нападать на нашу планету? Ты не понимаешь. Планета уже не ваша. Ширинка? Человек Ширинка? Мозаика объяснит. Какая мозаика? Мозаика есть истина, и люди познают ее. Очень жаль, но ты этого уже не застанешь. Ну, я тоже кое-что знаю. Интересно, что именно? Ты окружен. А я так! А вот и они! Так, мистер. Укрыться! Валика сюда. Выдвигаюсь! Отвлеките этого ублюдка! Ты, значит? Сюда. Вломите ему! А я, значит? Стреляю! Ходите, делитесь, ублюдок! Я ранен! Прикончить его! Понял!
Время истекает! Я долго не выдержу! Я не могу подняться! Спасибо! Не стрелять. Он нужен живым. Надо арестовать его. Фолк, я взял лазутчика. Живым. Хорошо. Вы и агент Нильс? Нильс убит. Я говорил ему подождать, но он вошел без меня. Понял вас. Загляните ко мне в оператил. Есть дело. А этого закрутить? Мерзавец. Ничего не произошло. Ладно. А как эти-то здесь оказались? Я думал, они просто солдафоны. Какие-то они лохи, их так быстро вообще положили. Здесь уже так много народу. Прям до хрена. Не было же никого. Удачный карта? Да. Взял его. Ну, так это же хорошо. Нильс убит. Нет. Меня там не было. Нет. Мне пора. Ладно, не пора. Директор отправляет нас на разведку. Но когда вернусь, опрокинем по стаканчику за Нильса. Хорошо. Удачи, да. Агент Досилова. Нико, а удача мне не нужна. Ой, я сам удача. Тварь. Че, уебаны, куда едем? У тебя рожа как унылое говно. Говно унылое. Опять цепь сгорела! Оставим лабораторию без света на пару дней. Будет и круто. Персонал вооружены. После инцидента, случившегося в прошлом месте, при испытании оружия мы установили на стрельбище систему пожаротушения. Больше подобных инцидентов допускать нельзя. А думаю, еще одного пожара стрельбище не выдержит. Пожалуйста, пройдите испытания с открытым огнем только под надзором, поскольку наши мишени являются несгораемыми. Так, Баркли, технический отдел, хорошо. Эй, вы ведь Картер? Здорово, что вы теперь с нами. Тренируетесь? Ага. А вы тут что-то тестируете? Не хотите устроить состязание? Можно попробовать. А как? Мишени будут высвечиваться по одной. А там, кто первый попадет. Поехали! Черт! 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 Мне свет в глаза бил. Надо было кепку надеть. Ну конечно, давай мне бабло, мразь. Проебал. Агентов и группу. Понятно. С ума сойти, на нас напали зеленые человечки. Серые. Не зеленые. И не человечки. Если их можно пристрелить, еще не все потеряно. Да, есть такое. Чем я могу помочь вам, агент? Что там с оружием и боеприпасами? Легких стволов у нас достаточно, а вот тяжелых пушек маловато. Но пока вроде хватает. Не пора ли вам в запас по возрасту? Ха, я вот что скажу. Я не то чтобы сильно старше Фолка,
А он опытный командир и знает, как нужны люди, которые помнят, где что лежит. Давно знаете директора Фолка? Достаточно. Пару раз я спасал его задницу. Но лучше об этом не вспоминать. Потому что тогда он был еще очень маленьким и обосрался. А как в ваших угрюмых подземельях снимают стресс? Баба пока нет. Так что все развлекаются на стрельбище. Дрочат. Там соревнуются. Показывают, кто на что гораст. Хороший отдых. А если хорошо стреляешь, то и подзаработать можно. Только вот на что теперь деньги? Спасибо, это все. Надеюсь, мои железы так раздраженно вам пригодятся. Это... Говорит, вперед, мне кажется, здесь не очень. Да и хорошо. Спасибо, это все. Я уже видел эту фотку. Вы меня одним тем же дерьмом кормите, что ли? Готовы к заданию? Всегда готов ко всему. Это мой девиз. Докажете это в деле? С большим удовольствием, сэр. Сколько заданий уже выполнил XCOM? Немного. И ни разу не было так жарко, как в Грум Рейнже. А я уж думал, мы так и будем прохлаждаться. Вы как будто надеетесь, что на нас нападут. Нет. Меня просто достали все эти допросы и расследования. Я надеюсь когда-нибудь пострелять. Как обычно идет задание. Ха, до сих пор мы гонялись за призраками. Я даже думал, что чужие, просто выдумка. Пока они не напали. Да, теперь-то никаких сомнений. Да. Сразу видно, что вы военный. Где служили? А вы внимательны. В 5-м полку морской пехоты, в Корее. Почему ушли? Так я бы там и остался. Но старик сказал, что знает лучший способ защищать страну. Вы внимательны, по нему же, блядь, видно. Я же не знал тогда, что придется защищать всю планету. Ладно, готовьтесь к новой войне. Уже давно готов, сэр. Я представляю, маниакальный ты урод. А, Кент Уильям Картер. Погодите секундочку. Одну минутку, я доктор Генрик Дрезнер. Да мне насрать! Прекрасно, док, но я должен явиться... Уверяю вас, герр Фолк будет рад, если мы поговорим. Ведь нам всем нужно новое оружие, и оно будет создаваться в Макее лаборатории. Все оружие, которое вы добудете в бою, мы с радостью изучим и приспособим для вас. Вы хорошо знаете этих чужих и их технологии? Я работал с Фолком с момента, как он заподозрил их существование, и после атаки у меня появилось столько материалов... Радоваться нечему, док. Мы потеряли много хороших парней. А сейчас еще одного. Я понимаю, Уильям. И я хочу предотвратить новые потери. Собственно, я хотел передать вам это. Наше первое творение. Да, но... Что это? Это удивительная вещь. Браслет Вена предназначен для ближнего боя. Он усилит ваши удары. Против раненых врагов он творит чудеса. Но еще важнее то, что он позволит вам захватить и применить оружие чужих. Он бы мне пригодился пару минут назад. А, вы не можете просто так брать их оружие. Сначала нужно найти нетронутый образец, то есть... Сейчас каждая минута стоит кому-то жизни. Простите, Уильям. Возьмите браслет, и я подскажу, когда он может быть полезен. Спасибо, док. Может, наш новый объект поможет вам сделать следующее открытие. А теперь мне нужно поговорить с директором. Спасибо, Уильям. Закладывайте, будет время. Он какой-то нетерпеливый. Ну вот у меня теперь браслет. Сообщение о происшествии. На прошлой неделе в ящике с оружием во второй раз сложили перед подъемником ангара рейнджера. А только благодаря сообразительности технического персонала удалось избежать жертв. При экстренном возвращении группы до Сильвы я понимаю, что мы всегда торопимся и должны иметь топливо и боеприпасы наготове. Но интендант оружия должен контролировать это так. Уложено. Интендант должен вести точный учет и приемку оружия, которое возвращается с передовой. Нужно придерживаться установленного порядка, если мы собираемся воевать организованно и эффективно. Пэт Баркли, технический отдел.
Баркли. Клифф Баркли. Пэт Баркли. Хуилы. Чё оно опять всё вот это вот светится? Не люблю это. Да, сэр. Спасибо за... Обращай. Да. Докладывайте, агент. Да иди ты нахуй. Нильса убили. Здесь. И это и очень сейчас. Скверно. Но надо сказать, мы еще дешево отделались. Есть и более важные проблемы. Впрочем, потеря агента ударит по всей организации. Потеря? Черт возьми, мы должны остановить этих ублюдков и быстро, понимаете? Успокойтесь, агент. Я все прекрасно понимаю. Но чтобы у нас были шансы на успех, надо вытащить доктора Уира из Розмандского университета. Нет, надо просто убить ублюдков всех до последнего. Мы можем сделать и то, и другое. Было еще одно нападение на Розмандский университет. Он же штатский. Зачем он нам? Исследования доктора Уира помогут нам понять, как мыслит враг и какие у него цели. Помогут его остановить. Уир нужен нам, вы сами знаете. Чтобы нанести ответный удар, сперва нужно выжить. Ладно, мы найдем его. Не сомневаюсь. Теперь откройте на терминале тактическую карту, и мы вас отправим. На базе всегда должен быть порядок. Группа отобрана, оружие под рукой, все хвосты подчищены. Нас жмут со всех сторон. Их план вторжения неизвестен. Зато мы поняли... Так, личный состав. Личный составчик. Снаряжение. Умение. Еще первый ранг. Че за хуйня? Их основные цели. Сюда поступают все сообщения и новые задания. Решать, чем заняться в первую очередь, я доверяю вам. Так. Масштабная операция. Ностер с фронта. Снова в Колумбии, Ностер с фронта. Ладно. Так, во время первого и пока единственного задокументированного нападения чужие захватили лабораторию по разработке материалов. В ходе боя погибли 208 сотрудников, спаслись только 6 тел, среди которых директор Майрон Фолк, старший агент Анджела Уир и специальный агент Уильям Картер. Спасение стало возможно только после того, как противник был завлечен в зону взрыва экспериментального ядерного оружия. Попытки выйти на связь с внешним миром провалились. Радиосигнал гружет трансатлантический кабель. Подключение агентов перерезано. Неясно, связано ли это с действием чужих. Вероятно, в этом замешаны их глубоко внедренные агенты. Так, связь с столицей отсутствует. Все попытки связаться окончились неудачей. Наши оперативные сотрудники, находившиеся в районе столицы, также не выходят на связь. Ни одно правительство, учреждение не отвечает. Протоколу, предписывающему порядок действий в чрезвычайной ситуации, отныне XCOM следует считать центром управления вооруженных сил США. США. Так. Спасение доктора Уира. По всей видимости, чужие используют гораздо более совершенный тип связи, чем мы. Доктор Алан Уир, ведущий специалист в области коммуникации, и без его помощи у нас нет шансов на выход. Мы потеряли контакт с Уиром, когда чужие напали на
Орландский университет в Джорджии. Отправитесь туда со своими людьми и вытащите ученого. Окей, хорошо, давай. Посадки. Замечена зенитка. Придется сесть на юго-восточной границе города. На земле есть поддержка? Похоже, что нет. На Розмут напали в то же время, что и на Грум Рейндж. Никто этого не ждал. Боже! Начните с зенитки, иначе я не смогу поддержать вас и забрать доктора. Хорошо. Так, приготовились. Картер, я посадил машину. Пока у вас в районе зенитка, я вне игры. Если вы не сможете нас забрать, искать доктора смысла нет. Понял вас, Картер. Принято. Сначала убираем зенитку. Потом ищем Выра и забираем его отсюда. Оленька была. Отходим. Да, командир. Эй, слышите? Это из кафе. Смотрим по сторонам. Оружие наготове. Пошли. Эй, вы! Вы в порядке? Эй! А видишь, у него рука нет. Все. Боже! Мертвы. Не стрелять. Все. Фолк, вы это слышите? Тут кто-то есть. Человек похож на зараженного, но не враждебный. Луна. Его как будто... заклинило. Когда зачистим зону, надо его обследовать. Сейчас главное, доктор Уир. Вперед! Добрым утром, Эрн. Ах, не такое оно и доброе. Должно быть, я простудился. Ох, такой день. Вот и обидно. Садись скорее, я принесу тебе чай. Ах, ты меня спасаешь, Бекки. Так, надо собраться. Нельзя пропускать парад из-за простуды. Держи свой чай, Эрл. Бабушка говорит, что любую неприятность можно пережить, если... Смотри-ка, Эрл, а ты не говорил, что сегодня будет салют? Я и не знал, что будут. Эй, Бекки, отойди от окна! Дальше! Ну, ваш! Этого... не может быть. Не может быть. Эй, очнись! Ноль внимания. Похоже, он не в себе и возвращаться не собирается. Да и пошел он там. Прям пиздец, тут куча людей, да? Make us proud. Боже мой, у них не было ни шанса. Почему-то это похоже как расстрел. Черная жижа. Картер, видите зенитку? Я еще иду. Здесь была просто бойня.
черная какая-то хунта. Сэр, видите здание? Похоже, через него можно пройти. Понятно. Игра-то линейная. Видим зенитку, подходим ближе. Похоже, что это их босс. Так. Видите укрытие? Там ты отвлекешь, Отвлеките этого ублюдка! Так, а ты? Ломите ему! Розмар, они готовы к обороне! Сейчас будет лучше! Так. Сосредоточьтесь на этом. Понял. Еще чуть-чуть. Как вот сложно тут. А ты? Вот. В атаку. Этот мой. Я ранен. Мне нужна помощь. Значит, не высовывайся. Еще повезло. Хорошо стоял. Не сбавляем темп! Так. Спрячьтесь вон там! Сбегаюсь! Прикончите его! Кончить его! Понял вас! Навожусь на цель! Я на позиции! Их оттуда так просто не выбьешь! Я вне игры! Это только начало.
сзади! Что мне делать? Проклятье! Санитар! Так. Мне нужна помощь. Я поставлю вас на ноги. Сосредоточьтесь на этом. Вижу цель. Помогите. Они за это заплатят. Спасибо. Сука. Блять. Видим зенитку, подходим ближе. Вижу серых. Их оттуда так просто не выбьешь! Прикончите его! Отвлеки его внимание! Ну давай! Стреляю! Скотина! Вниз щиты! Прочь с моей планеты! Их оттуда так просто не выбьешь! За Розмар! Атакую! Что-то мне хреново! Закрылись! Не сбавляем темп! Еще повезло. Так. Мне нужен медик! Что тебе не надо, баран? Сейчас будет лучше. Еще чуть-чуть, навались! Они там хорошо засели. Так. Вломите ему! Отвлеките этого ублюдка! Только начало. Так. Ломите ему! Черт! Yeah!
Да, блядь. Здесь все чисто. Я вне игры. Так, понимаю, цель вверх. А, типа... Какой у меня выбор? Типа, брать или не брать? Поднимайте врагов в воздух, не подходя к ним. Так их можно вытаскивать из укрытия. В полете жертвы теряют ориентацию. Кроме того, они становятся очень уязвимыми. Волк, этот последний. Иду к зенитке. Понял. Нейтрализуйте зенитку и... Идите к доктору Уиру. Осторожно. Противник мог вызвать подкрепление. Так, идемте. Так, данную часть снимаешь, что мы там можем пройти. Здесь очень много бочек этих все равно. А, черт, заперто. Кто-нибудь, взломайте эту штуку. Откройте дверь, агент. Мы вас прикроем. Есть, сэр. Берегись, у них подкрепление! Они лезут из этой капсулы. Уничтожьте ее! Ломите ему! Получай! Вверх! Вверх!
зениткой. Занимаюсь ей. Держитесь, Барнс. Ага! Что-то мне хреново! Не сбавляем темп! Не добил его! Поднимаю! Ломите ему! Цели уничтожены. Есть! Еще, да? Открыто! Идем! Сейчас, погоди, я патроны возьму. Совсем как бомж. Че, будет точка сохранения вообще, нет? Барнс, зенитка уничтожена. Понял, принял. Выдвигаюсь. Хорошо, Картер. Теперь ждите. Барнс попытается найти Уира. Нет времени. Мы идем дальше. Без разведки не выходите. Нам нельзя терять время. Черт, Картер. Оставайтесь на месте и... Ой, связь пропала. Досадно. Да, неприятно получилось. Попробую пройти через банк. Выйду на связь с той стороны. Вас понял. Осторожней там. Там. Компьютеры, технологии. Что здесь случилось? То же, что и везде. А что, деньги никто не охраняет? Какой в этом смысл? Хуёво, да? Но это совершенно разные вещи. Похоже, девочка, там моя, есть живые. Как вы не видите? По-настоящему живые. Тебя слушать. Я прекрасно его слышу, парень. И он не прав на все 100. Мы не бросим ее. Я не знаю, что с ней. Но мы тоже могли заразиться. Надо уходить отсюда. Только с Сарой. Так. Там внизу люди какие-то, наверху что? Ладно, что там же на контрольную точку сейчас будет? Слава богу! Вы военные? Что с девочкой? Ей можно как-то помочь? Не знаю, я уже видел такое в городе. Это началось до того, как все случилось. Так-то они пиздели. Можно отвезти ее к нашим врачам, но
Ничего не обещаю. Ну, хоть так. Только бы выбраться отсюда. Что с ней случилось? Да то же, что и со всеми другими людьми в городе. Почему вы остались? Мы хотели уйти, но началась стрельба, и нам повезло. Мы нашли это место. И вы остались? Ну да, там же носятся эти твари. Куда мы пойдем? А что может быть надежнее хранилища? Мне нужен доктор Уир из университета. Знаете его? Нет. И я боюсь, вы его не найдете. На кампус бросили бомбы или что-то подобное. Черт. Выжившие есть? Я даже не знаю, есть ли еще город. Я на задании. Вы должны забрать нас отсюда. Вы-то знаете, как выбраться. Так ведь? Идите той же дорогой, которой мы пришли. Я попробую вас забрать на обратном пути. Есть, сэр, но... Как насчет Сары? Если она не может идти, бросьте ее. Мой человек заберет вас у блокпоста и высадит за городом, а дальше вы сами. Ясно. Спасибо. Храни вас Бог. Вы слышали? Они вытащат нас отсюда. Но Сара... Я все понимаю, миссис Крэнер. Не знаю. Почему вы решили, что там будет лучше, чем здесь? Не знаю. Мы выберемся из города, и что потом? Куда нам идти? Суп с котом. Столько патронов в одном месте? В закрытом. Это как бы неправильно. Мы выберем... Не знаю. Почему вы решили? Я помню ее совсем малюткой. Я помню. Спасибо. Мы сделаем все, как вы сказали. Все, пошли вы нахуй. Так, все, точка сохранения. На этом прервусь ее. Все, давай.